Сегодня мы с Екатериной Ананиной, игроком хоккейного клуба «Агидель», примем участие в акции «Погуляй со мной». И теперь мы отправляемся за мальчиком Эмилием, чтобы сходить вместе с ним на хоккей. Поехали! Хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял участие в социальной акции «Погуляй со мной». Подобное может сделать любой. Нужно лишь иметь машину в распоряжении и желание порадовать ребенка с ограниченными возможностями. Одним из участников этой акции стал Эмиль. Компанию ему составила Екатерина Ананина, игрок «Агиделя». Привет, Эмиль. Меня зовут Ульяна. Я из ледовой группы поддержки ХК «Салават Юлаев». Это Катя. Да, я играю в хоккей за хоккейный клуб «Агидель», который находится в структуре «Салавата Юлаева». Я люблю хоккей, смотрю по телевизору иногда. Классно. А хоть раз был на арене? Да, вживую. Да. Был? Смотрел, да? Да, мы иногда посещаем. Ты такой страшный болельщик прям. Скажи, я слышала то, что ты вроде даже сам играешь в хоккей. Я сам играю в хоккей на улице, на арене. А если бы ты был профессиональным хоккеистом, кем бы ты хотел быть? Защитником, нападающим или вратарем? Что тебе больше нравится? Забивать голы или защищать ворота? Или наоборот, так сказать? Забивать голы? Ну, конечно, забивать голы. Это самое интересное, да? Катя, а ты кто? Нападающий, защитник? Защитник. Катя, он защитник. Я защищаю. Я желаю тебе получить эмоции потрясающие, зарядиться энергией. Как тебе сегодняшняя игра? Нормально тут подрались. У тебя кепочка появилась, да? Расскажи, ты в магазинчик ходил у нашей прибытики? Она купила. Катя подарила? Классно. Катя, молодец, респект тебе. Ты придешь еще? Да. Обязательно придешь. Обязательно приходи. Эмиль был под впечатлением от матча, в перерыве поиграл в аэрохоккей и получил в подарок фирменную кепку от Кати. Желаем парню здоровья и оставаться таким же преданным болельщиком любимой команды. Чаще творите добро. Участие в подобных акциях делает мир чуточку добрее. С вами была Трегубчак Ульяна, хоккейный клуб «Салават Юлаев». Видишь? Ну что, красивые девчонки играют?